Дан старт проекту на 2018 год «Ты предприниматель». В республике за реализацию программы выступает Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Якутии. Эта федеральная программа является одним из ключевых проектов Российского центра содействия молодежному предпринимательству. Задача программы на сегодняшний день – это популяризация предпринимательства и вовлечение молодых людей в бизнес, отбор активных и целеустремленных, а также бесплатное обучение и господдержка. Очень отрадно, что федеральная ведомство обращает на нас внимание, на то, что здесь происходит у нас в Якутии касательно предпринимательства. То есть то, что мы делаем на уровне региона, то есть это у нас очень много мероприятий по развитию предпринимательства. Но то, что сейчас на нас начинают обращать внимание федеральные, это для нас как бы большое достижение. Потому что когда мы продвигаем проекты на федеральном уровне, это уже масштаб. А когда мы делаем это на региональном уровне, это уже другой как бы масштаб. Так что мы шаг за шагом продвигаем наших молодых предпринимателей.